Дальний Восток стал ближе. О жизни региона, его культуре, истории и уникальной природе теперь можно узнать в РНБ. Здесь открылась выставка «Хабаровский край Петербургу». Дальневосточная делегация привезла в северную столицу более 100 книг своих лучших авторов, изданных за последние 5 лет. Это произведения из серии «Литературное наследие Преамурья», художественные, научно-популярные и детские книги. К сожалению, по разным причинам, особенно из дальних, вот с Дальнего Востока, из Сибири, иногда мы эти издания не получаем. И, безусловно, это закроет тот пробел, который существует. Кроме того, очень важно, что эти книги поступают к нам сразу, ну, быстро после того, как они изданы, а не через какое-то время. Один из разделов выставки посвящен фотоработам путешественника Игоря Ольховского, сделанным им во время экспедиции по труднодоступным экзотическим местам Дальнего Востока. Все экспонаты останутся в фондах библиотеки.